26. Спасибо, что вы здесь сегодня. Daudziem rīdziniekiem es no simbols padarītiem labiem darbiem. Daudziem es esmu simbols visiem sliktiem darbiem. Patiesība droši vien ir pa vīdu. Для многих крестьян я символ хороших сделанных дел. Для многих я символ всего плохого. Правда, наверное, находится где-то посередине. Es no strādājis kopā komandu 10 gadus. Un man tieši ir kopā maniem kolēģiem tiesības būt lepniem par to, ko mēs esam pabeiguši labi. Ar šiem gadiem ir arī pieļauts kļūdas un arī ir nepadarītie darbi, ieskaitot ielas un bedres. За те 10 лет, которые мы работаем вместе с нашими коллегами и товарищами, мы имеем право гордиться теми хорошими вещами, которые мы сделали. От бесплатного проезда до внимательной школы. За 10 лет были допущены ошибки и есть и сделанные дела, включая дороги и включая ямы. У партнер не подарил нам дарбы, чтобы стало успешным. Партнер Клюдов, я скажу, да, правильно. За то, что мы не сделали, и за то, что я не сделал. За те ошибки, которые были допущены, я хочу извиниться. Bet ir vēl lietas, par kuram, esmu pārliecināts, kā es neesmu darījis. Es neesmu veicis nekādas pretensijas darbības. Есть вещи, в которых я уверен, что я их не делал. Я не делал никаких противоправных дел. Мне нечего бояться, и в этом я абсолютно спокоен. Большая часть прижан оценивают дела и неуспехи, несмотря на национальность и на родной язык. Многие меня защищают, потому что я русский. Многие меня ругают, потому что я русский. Мана цинта валода ир криев. Мана сейвас цинта валода ир латвеш. Мусу дэлс винивер трис гады. Вич бриви руна амас валодас. Мой родной язык русский. Родной язык моей жены латышский. Наш ребенок говорит, ему 3 года, свободно на 2 языках. Я всегда буду бороться за латышей, потому что латыши – моя семья. Я всегда буду бороться за тем, у кого родной язык русский, потому что русские – моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, потому что Латвия – моя родина. Другой у меня нет и никогда не будет. Kad es redzu, kad latvieši un krievi konfliktē, kad politiķi savu saldīgu interešu dēļ mēģina ar pieredzi salikt latviešus un krievus. Tieši tāpēc es esmu
за спиной. У меня болит сердце, когда я вижу, когда латыши и русские конфликтуют. Когда политики из-за своих грязных интересов сталкивают вам любая латыши и не латыши. Именно поэтому я согласен. Саскне, Ирпахне, Казбия, Ир, Унгус, Порту, Латвеш, Унна Латвеш, Дзивоту, Виенады, Брицени, Ун Виенады, Портес. Саскне, Ирпахне, Казбия, Унгус, Пратния, Каз, Варсал, Латвеш, Фашистне, Ун Криус, Порту, Порту. Согласие – это партия, которая всегда была, есть и будет за то, чтобы латыши и те, у кого родной язык русский, жили одинаково счастливо и в одинаковом достатке. Согласие. Mēs esam pierādījuši un parādījuši ar darbiem tieši strādājot Rīgā, kā latvieši un nelatvieši, plecu pie pleca var strādāt kopā. Мы показали и доказали все в Риге, что латыши и нелатыши могут работать плечо к плечу ради общего интереса, ради своего родного города. Tieši par to mums ir un tieši par to mums ienest. Mums ienest tie, kas prot tikai un vienīgi dzīvēt Saksmes līnijas, kas izmanto nacionālu jautājumu tikai un vienīgi savu politisko interesi. Nas ļūbīt un nas nenavīdīt za to, ko mēs možam rabūtīt latiši un nelatiši vmēsti. Nas nenavīdīt tie, kto umēja tolki jedinstveno izpolzīvēt krasnī līniju. Var dzīvēt, var turpināt dzīvēt atlūmus, Saksmes līnijas, Zīles līnijas, Zaļas līnijas. Tas nemēnīs Saksmes galveno misiju. Stāvēt un krist par to, ka latvieši un nelatvieši dzīvo kopā un ka ir miers. Vakrūk nas možda risāvēt krasnē, sīnīje, zīļonē rīnē, kakī ugodnē. Eta nekādā nezmēnē glavnū misiju sagrāsā. Stājēt te paslēdnēvā za mīr mēždu latviešāmi i nelatviešāmi. Šīs partijas neprot strādāt. Šīs partijas vienīgi neprot laust un traukt strādāt citiem. Rīga ir žēdā. Stāļi založnumi, nečiesni, grēzni politika. Jēs partija, katorija ničīvo nizdēlē. Jēs partija, katorija jedvā predēlē 5% barjēru. Partija, katorija patērēli pēcēšu u svētku izbērātīju. I partija, katorija na sledušī dēļ, posle vyborov, apmanūli svoju izbērātīju. Эти партии не умеют работать, эти партии не умеют строить. Единственное, что они умеют, ломать и мешать работать другим.
tieši tāpēc mēs esam šeit. Tieši tāpēc notiek šis mītiņš. Ne par saskanu, ne par mani, bet pret tiem, kas prot tikai un vienīgi lausti. Pret tiem, kas grib tagad salaust visu to, kas ir izdarīts labs, strādā Rīgas un Domi. Не за согласие и не за меня сегодняшний митинг. Этот митинг против тех, кто умеет только ломать и которые сейчас хотят поломать все то хорошее, что делало и делает, и планирует делать Рижская дума. Поэтому мы здесь сегодня собрались. Lai Rīgas doma varētu turpināt savu darbu, lai Rīgas doma varētu turpināt visus iesaktus labus darbus un labot pieļautas kļūdas. Моя задача заключается в том, чтобы Рига и Рижане не становились заложниками этой грязной политики, чтобы Рига не страдала из-за того, что происходит сейчас, чтобы Рижская дума могла продолжать работать и делать те, продолжать начатые хорошие дела и исправлять допущенные ошибки. Tikai un vienīgi pateicoties jūsu atbalstam, tikai un vienīgi pateicoties tam, kas esam šeit, Rīgas doma, Rīgas pašvaldība varēs turpināt visu iesaku. Sākam ar sociālo atbalstu programmu un beidzot ar skolu remontiem, ar sociālām lietām un arī ar kopumas savienības kārtu, arī ievest un pārējais ir pēdējais. Только единственно благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы здесь, Рижская дума сможет продолжить все наши дела от бесплатных обедов и социальной поддержки. До ремонтов школ и до ремонтов улиц, чтобы привести в порядок те ямы, которые мы сейчас видим. Paldies jums par to, ka jūs esat šeit. Paldies jums par jūsu atbalstu. Paldies saskatēšanu par to, ka organizējuši mītiņu. Paldies jums! Mums viss kopā izdosies! Paldies un par Rīgu!